Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелло Борис, и сейчас мы находимся на моей странице в Инстаграм. Как вы знаете, Инстаграм – это приложение, предварительно было сделано для смартфонов. Но буквально несколько дней назад мне подсказали такое расширение, которое устанавливается в Google, и я вам сейчас его покажу. Вот такое расширение. Вы можете установить себе браузер Google. И помимо этого вы можете даже здесь скачивать свои фотографии, либо фотографии чьи-то другие, если они вам, конечно, нужны. Но в чем плюс? Здесь имитация смартфона ваша полностью. То есть, когда вы устанавливаете это расширение, ссылочку найдете под этим видео, вы найдете, то есть, когда вы установите, вы увидите дополнительно в вашем браузере вот три таких значка. То есть, здесь можно скачать все, открыть в виде мобильного телефона вашего. То есть вы можете здесь вот все просматривать, также просматривать истории ваших друзей, которые непосредственно здесь участвуют, загружать свои истории. То есть это все с помощью компьютера делается. Сейчас покажу даже, как это делается. То есть вы выбираете фотографию, открываете и дополните историю. Все. Ваша история загружена, и мобильного телефона вам как таковой он не нужен. Можем даже вот посмотреть здесь истории, даже просмотреть, если вам истории нужно просмотреть, популярные трансляции IGTV, то есть Instagram TV, вы можете посмотреть страны, поиск, то есть все как на мобильном телефоне. То есть вам теперь больше не нужно загружать свой мобильник, просто вам достаточно загрузить вот эту программку. И давайте посмотрим. Историю я загрузил при вас. Вот, история загружена. Все отлично. Ее же можно и скачать. Также можно поставить лайки, также можно написать комментарии вашим друзьям. То есть полностью имитация идет вашего смартфона, вашего телефона. Если было полезно эта информация, ставьте лайки, пишите комментарии. Также я вам рекомендую воспользоваться одним из сервисов. Вот это видео я тоже оставлю под этим видео. Это для того, чтобы вы раскрутили свой Инстаграм по полной. На этом заканчиваю. Всем привет!